идем достижению ее цели. Не остановит нас ничто никогда, потому что мы идем к победе. Кому не стищеского труда, вдохновляющий шум заводского цеха, напряженно идет работа, заводской столовый обед и работа от заката с рассветом. Не страшны нам беда и невзгоды, все в порядке, но этого мало. Я на станке фрезерую детали на погибель всему капиталу. Решение 27-го съезда мы непременно исполним. Права великой Родины мы до краев переполним. А когда день рабочий закончу, я домой и возвращаюсь мечтать о том, что день новый наступит, и мне снова фрезеровать. Но в жизни в достижениях партии и стремлении к коммунизму, мы в жизни в ожидании смерти мирового капитализма. Идем к достижению цели, не остановит нас ничто никогда, потому что мы идем к победе, кому не свищеского труда. Вдохновляющий шум заводского цеха, напряженно идет работа, заводской столовый обед и работа от заката с рассветом. Не страшны нам беда и невзгоды, все в порядке, но этого мало.